Так, ну что, продолжаем, да? Поднимем запись Деравелла сразу. День 1707. Смерть президента Данте оказалась ужасной. Жителям больше не придется страдать. Паника обратила толпу в бегство, и мои солдаты оказались на ее пути. Тело Данте пришлось собирать по кусочкам. Я ввел в стране военное положение и отменил выборы. По всему Медичи горят укрытия повстанцев. По-любому там. Удалось скрыться. Но мне понадобится его признание, чтобы арестовать Розу Мануэлу. Душку ск... Блядь! Нет! Нет! Я случайно, сука! Чтоб все сдохли, блядь. Ну ёбаный пробел. Ну нахуй они сделали на пробел, блядь, с экстренный выход, блядь. Вот мрази, блядь, ну суки. Ладно, так зайду, убью, хуй с ним. Не беда. Пиздец, это может долететь? Ну да, да, там база есть, все правильно, но. Надо вертолет заказывать, я не хочу пешком ебашить. Ёб твою мать, блядь, ну что ты будешь делать, блядь, ну это пиздец. Надо где-то на берегу, наверное, где-то, а то он тут скатится и уебется обо что-нибудь, и пиздец. На что я тут понял? В принципе, тут стоять должен, да, попробуем. Все, можно его, да, запросить? Это молниемет прокачиваю. Ебать. Молниемет хочу прокачать. Мне молниемет очень-очень нравится. Я буду его качать сейчас. По испытаниям, когда захватим что-нибудь. Уж больно это охуенная вещь, прям охуенная, блядь. Ему еще мощности поддать, и он вообще будет все крушить, нахуй. Просто все будет в прах превращать, тупо. Охуенно будет. Кстати, да, посмотрим по модификаторам. Вот, искры как Эден. Молния вот это называется. Видите морской бой за Баварией. Понял. Молния, короче, называется. Будем искать потом. Спасибо. 6 из 6 освобождено провинции. Было весело. Надо повторить. Молния. А тут нету молнии, где найти? Ебать, сколько хуйни всякой появилось, пиздец. Сборы начинаются. Есть там кто-нибудь живой? Отвечайте. Да нет, все.
1708. Душку не выдержал даже самых простых методов допроса. У меня есть его записанное на камеру признание, где он рассказывает, как действовал по поручению Розы Мануэлы и получал деньги от ее избирательного штаба. Уже через несколько часов я получил ордер на ее арест. Опасный чувак, опасный в натуре. Серьезный тип. Душку расколол, ебать, это пиздец, его можно все к медали представлять. Тихо, тихо, блядь, чай пил только, это чуть опять не разъебался. Вот тебе и душку, блядь. Ну, это склеп, короче, я понял. Так. На островах ничего нету. Ну, пошли, хуй, смотришь на него. Полетели, то есть. Сегодня молниемет полностью прокачаем по испытаниям. Блин, вот после вот этого вот континента нахуй. Сейчас соберем все и прокачаем. Тоже склеп, да? Что надо найти, блядь, где вот эти ебаные молнии на карте? Ну, я вроде видел, где-то были, помню. Попадались они мне на глаза. Сейчас тут соберемся, коллекционки, и все. Идет посадить. Вот тут, думаю, будет стоять. Будет. Конечно. Я сейчас появлюсь хуй знает где. Не там. Ебать. Да я при чем? Ну, жалко пацана. Что ж поделать, бандитская пуля. РДР, ну. День 1709. В агентстве пришли в ярость от моей тактики. Бля. Но они могут ворчать сколько им угодно. Мы уже давно повязаны. Люди назвали военный переворот «Ночью костров». Пусть они запомнят его как ночь, когда мы отбросили притворство и сожгли нашу постыдную слабость. Обычно возьму, у него узлы нормально. От души. Чтоб желательно вертолеты прокачать бы, если есть такое, тоже вертолеты тоже хочу прокачать.
Что-то про душку ничего не сказал. Плохо. А то уж скучно стало как-то. Ну где его сажать? Хуй его знает. Ну где его? Тут он ёбнется. Можно рискнуть. Заберу. Ай, блядь, дальше. Вон там для меня полоса есть, здесь сажается. Алтарь, да? Мы будем сражаться за твою честь. Тише. Это обычная вроде лодка. А у меня вертолет не поднимет ее. Так, теперь сюда. Да хуля, карта здоровая, поэтому летать до хуя приходится. Именно вот этот остров, он огромный. Серии на 10 точно. Ебать, в лесу что ли где-то? Был вертолет, нет вертолета. Пиздец, блядь. Да, ну теперь сюда, нахуй. Далеко. Что блядь. Нашел, то мое. Как доберусь, возмолюешь, без транспорта теперь долго будет. Так, потихоньку еду, блядь. Все, дальше пешком дойду. Отличное место для парковки. А, склеп. Так, дальше. Блядь, да чего ж до хуя этих предметов здесь, блядь. Ой. А нахуй сюда просто могу телепортнуться, блядь. Это единственный плюс в городах, где там лежат коллекционки. Я не понял.
Там что? Диравелло, да? Ты, блядь. День 1710. Ага. Нужно успокоить агентство. Думаю, небольшого подарка им хватит. Вспомнив юного гонщика, я лично пронаблюдал за тем, как сожгли дом Рико Родригеса. Крики меня не беспокоили. Еще меньше они беспокоили моих людей, которые с каменными лицами смотрели на огонь и расстреливали всех, кто пытался выбежать наружу. Я горжусь тем, как воспитал их. Агентство с распростертыми объятиями примет в свои ряды новоиспеченного сироту. Спасибо тебе, Рико Родригес. Твое служение станет платой за безопасность Медичи. Нихуя не понял. Коллекционных предметов, блядь, на 100 лет, блядь, собирать нахуй. Это пиздец. На. Так вот. Тоже эффективно перемещением. Внизу там что? Еще один свободный город. Вот тут внизу по-любому нет. Ретро часть. Ой, блядь. Так. Еще здесь. Осталось сколько их? Две штуки. Хоть что-то радует. Похоже, ценная штука. Да, попробуем быстрое перемещение ебануть. О, в ту сторону. И где? Кто что? Так, дальше. Как ракета вниз ебашу, понял. Опача. Это ведь ты. Ну я был, да. Татуировка с твоей машины. С возвращением. А, запись Диравелла. День 1712. Роза Мануэла сумела вместе с несколькими соратниками покинуть страну и попросила политического убежища в Южной Америке. Она слишком быстро сумела предсказать мои действия. С ней нужно быть осторожнее. Так просто она не сдастся. Пока Роза жива, моя абсолютная власть может оказаться под угрозой. Пока я жив, нахуй, твоя власть под угрозой.
Все, да, больше ничего нету. Да, вроде все собрали. Ну что, ищем молнию на карте. Нихуя не вижу. А если это хоть вообще-то тут, ёпта, может, на скате? Да я думаю, вряд ли. А, не, есть, блядь. Морская битва, блядь. 40 тысяч надо набрать. О, время-то идет. Это было просто. Далеко держал. Вы правда этого хотите? Обнаружен мятежник. Всем бойцам присоединиться. Все, в принципе, все прокачал. Обнаружен враг. Всем бойцам направиться по координатам. О, 49 штук, нахуй. Разблокируем модификатор снаряжения, охлаждения.
Икара, разблокируй модификатор снаряжения. Мощность, разблокируй модификатор снаряжения. Снаряжение, разблокируй модификатор снаряжения. Удар, сюрприз, разблокируй модификатор снаряжения. Угу. Нихуя, все за раз прокачал. А это что такое? Хуйня какая-то, увеличить его раз. Ага. Лодка не нужна, самолет тоже. Машина тоже. Крючок. Во, крючок. Точняк, сейчас крючок будем качать. Только его надо найти, блядь. Давай от начального, наверное, острова отсюда, нахуй. Крючок вижу. Жалко, вертолета нету, нахуй. Прокачать. Рико, на заводах полно Бавария, приготовленного к переработке. А свалка на свалке. Подожди, это то? Если соберешь достаточно с помощью прибора... Да, попробуем, что это такое. Большая ошибка, ребята. Тут можешь перегрузить и взорвать завод. Все, закончится Бавария. Что надо делать-то? Что это за хуйня вообще? Нихуя не пойму. Какое-то ебучее криповое испытание. Нахуй. Хуйня какая-то непонятная. Что мне с ним делать-то? Ёб твою мать, а что я должен с этим сделать? Я нихуя не понимаю. Вы понимаете, нет? Я не... Короче, сейчас закончится и выйдем нахуй из этого испытания. Какая-то шлак ебаная. И... Да нахуй это... Да. Тух. Я нихуя не пойму. Пиздец. А как это все собирать-то?
он остался? Блять, а я тупее испытания не видел, честно, блять. Что это за пиздец вообще, блять? Не цепляется, нахуй. Пизду, нахуй. Покинуть испытание, короче. А, нахуй, хуйня какая-то ебаная. Это я не буду качать, да. Тупо дичь ебаная, сука. Да, вернемся, короче, обратно к нашему... к нашей локации. Угу. Там, блядь, база охуевшая. Туда сейчас ты пошлимся. Опять через леса, чтобы бежать. Да ебаный в рот, блядь. Заебали, что-то лесов этих вообще как, блядь, пиздец, сколько нахуй. Но это вроде бы не локация. Да, это другая. Нам нужно вот это. Что у нас тут есть-то? Или она? Хуя непонятно, блядь. Вот, эта база, короче, есть. Сейчас вызовем вертолет, нахуй. Вот сюда прям. Эх ты, блядь, не хватает. Кидай его сюда, нахуй. Короче, когда тут долечу, возобновлю. Так, короче, какую-то базу нашел. Вот это вот рок-капелла какая-то. Сел с Баварием. Бавария уничтожаем. Но. Давай, 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 расстреливай, бля.
нахуя сюда Баварию не убиваем вообще, блядь? Координаты цели установлены. Высылаю машину поддержки. Меня так просто не убить. Или так спуститься, что ли, поубивать, да? Еще одна хуйня. Эта хуйня не умирает, ладно, не трогаем она. Ясно, чё. Внимание! Направляют танки к точке столкновения. Счастливо. Нахуй. Давай, давай, блядь, цепляйся. Да ладно, так быстрее было бы, да. У меня же пушка охуевшая. Когда не могут тебе ничего сделать, да, не? Ух, ебать, нормально. Тут ебаный уип опять меня заебывает. Армия против меня выступает. Вы меня спрашиваете, свободен ли путь, блядь. Приедьте, посмотрите, чё. Ебать. Я не хочу умирать, чуваки, чё. Я не буду умирать, я не хочу. А что тут еще-то? Так. Yep.
Ебать. Нихуя ты, целая эскадрилья, ебать. Как вертолетик щелкает, да? Заебок. Это УИП хуярит по мне, сука. Далеко. А что тут еще что-то? А что тут еще? Вроде нехуй больше долбить-то. Блин, ну это просто замечательная вещь. Ну, блять, про меня. Надо было давно мне открыть эту фишку. Так, что дальше тут еще? У нас, кстати, хуёвины эскаватора, как его, нахуй. А, что с этой стороны? Понято. Не знал, с двух сторон у них оно. В следующий раз буду знать, еще будет такая хуйня попадаться. Вот это я тут шорохом мучу, да, жесткое. Банники все нахуй. Ну вот эта фишка вообще классная, блядь. Ну прям пиздец, ну охуенно.
Да, и все, один человек все разъебал. Я только с молнией буду теперь играть, мне молния нравится. Ну что, чуваки, продолжим все серии.